Подробнее о всех сложностях, которые сулят нам принятый бюджет края на 2013 год, мы поговорим завтра с гостями в программе «Новости 24. Широкий формат» в 19:00. Техника безопасности в приоритете. В заполярном филиале ГМК «Норильский никель» завершился месяц качества. В течение нескольких дней всем сотрудникам напоминали о важности ответственного отношения к работе. В понятной форме на предприятиях «Норильского никеля» напоминают своим работникам о необходимости следить за своей безопасностью. Ведь инструкции придуманы не для того, чтобы просто пылиться на полках, а чтобы рассказать сотрудникам о том, что поможет и работу выполнить, и исключить даже малейшую возможность возникновения нештатной ситуации. Придает стимул к тому, чтобы выполнять свои обязанности, как того требует инструкция. Заставляет задуматься, это лишний раз напоминает нам о нашей безопасности. Чтобы мы всегда ее соблюдали. Вовремя предотвращать, а не устранять последствия травматизма на производстве – главная задача руководителя любого предприятия. И месяц качества в Норникеле – один из эффективных способов, как говорится, погружения сотрудников в предмет. И этот постоянный тренинг вырабатывает ответственное отношение к работе. Достаточно такое стандартное, ежедневное изучение инструкций, прохождение инструктажей, оно немножко притупляет внимание работников. И мы всегда за какие-то нестандартные подходы, чтобы человека привлечь к данной теме. Кроме того, в Норникеле постоянно совершенствуют пассивную систему безопасности и предлагают новые способы мониторинга здоровья сотрудников. Разработаны мероприятия по результатам, которые не были сразу устранены, разрабатываются мероприятия, и дальше это будет дальнейшее отслеживаться, как это будет выполняться. Норильский никель – признанный лидер по работе над техникой безопасности на своих предприятиях. В компании понимают, что эти вложения многократно окупятся благодаря минимизации травматизма в такой сложнейшей отрасли, как горно-металлургическое производство. Захар Письменных, 7 канал, Новости 24, при поддержке телекомпании «Северный город Норильск».